Евангелие Иоанна, глава 2. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван и Иисус, и ученики Его на брак, и как не доставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жену? Еще не пришел час мой». Матерь его сказала служителям: «Что скажет он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их до верха. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его. После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим, и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул, и сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При всем ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали ему в ответ: «Каким знаменем докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет». И ты в 3 дня воздвигнешь его? А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех, и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке.